зря создал эти препятствия. Он не дал Одину добраться до Йотунхейма, но мира не добился. Но надежда-то есть. Мы теперь действуем сообща. Мы едины. Вот о чем говорила руна на двери. Мы идем путем Тюра. Используй ноги, брат. Он знает. Я просто хочу помочь. Потрясающе! В тот день, когда понадобится грубая сила. Видишь, Мимир, никто бы не справился в одиночку. Все эти препятствия дают понять, на что мы способны. Все спорят. Мы с отцом, ты с Фрейей, Синдри с Броком. Но когда мы действуем сообща, мы сильны. Это и есть испытание Тюра, поэтому мы попадем в Йотунхейм. Слышишь, брат? Мальчик обрел равновесие. А это что? Ты сказал мудрые слова, Трей. И я рад это слышать. Сын. Где нож? Рейва. Ну, что у нас? Какой-то путевой камень. Покажи-ка. Клянусь Аудумлой, это же камень единства. Уверен? Не думал, что он существует. Если он был у Тюра, тогда ясно, как он смог побывать во всех землях, в каждом из миров. Камень был у него. Там, среди книг Одина. Да. Да! Ну вот теперь-то я все понял! Там был изображен Тюр в мире между мирами. Ты знаешь, что сходить с тропы нельзя? Вот. А Тюр всегда шел своей тропой. Понимаешь, о чем я? Мир между мирами. В храме Тюра он изображался шагающим с ветви мирового древа. Думаешь, чтобы попасть в Йотунхейм, нам нужно тоже так сделать? Да. Ой-ой-ой, ты и правда это задумал. Мне нужен этот алхимик, чтобы сделать кое-что для вас. Если ты решил кинуться в бездну, надеюсь, ты крепко подумал. Это твоя идея. Идти своим путем, так? Проклятие. Здесь Тюр ступил за грань, и камень единства его защитил. Готов? Готов. Ну, если это все, был рад знакомству. Поверь мне. Это невероятно! Я думал, что тут мост! Ой.
Как меня может тошнить без желудка? Да ладно, было здорово. Смотри. Башня, я знал, что тут что-то есть. Удивительно. Как спрятать то, что существует во всех мирах сразу? Вышвырнуть в пространство между мирами. Ай да Тюр. Там будет Йотунхейм? Не может быть. Нельзя же пройти к вершине Мидгарда через Ванахейм. Как это использовать? Предлагаю заглянуть внутрь. Но будьте начеку. Испытание Тюра сложнее, чем может показаться. Я заметил. Да, бедновато. Пьедестал. О нет, она забрала камень. Башня поглощает энергию камня. Что-то происходит. Она движется? Движется! Она знает, что делать. Камень сослужил свою службу. Мы выполняем заклинание Тюра. И что теперь? Ну, не знаю, брат. Но мы сюда добрались, худшие уже позади. Ошибся насчет худшего. Они идут. Ну хватит уже.
остановились. Это все? Да, но где мы? Смотри, мы снова в Мидгарде. А вот мост. Получилось! Башня снова на своем месте! Из путевого зала Тюра можно попасть в Йотунхейм. Как Тюр это сделал? Один заподозрил, что гиганты втайне хранят часть первородной субстанции, из которой были созданы все миры. Камень Единства должно быть тоже из нее. Тяжко же им было, раз они доверились чужаку, даже если это Тюр. Вот любите вы, ребята, пошуметь, да? Не знаю, что мы найдем в Йотунхейме, но надо замести следы. Вороны Одина доложат ему, что башня на месте. Нельзя позволять ему этим воспользоваться. Хорошо. Ничего не выйдет. Да. Тут нет путевого кристалла. Наверное, Тюр фокусировал энергию при помощи собственных глаз. Последняя защитная мера. У тебя тоже такие глаза? У меня один глаз. Один выбил мне второй глаз именно за тем, чтобы я не мог покинуть этот мир. Простите, друзья, я думал, сработает. А что Один сделал с твоим глазом? Наверное, спрятал. Боюсь, тайник может быть где угодно. Мы уже так далеко зашли. Должен быть способ. Слушайте, это просто догадка. Но я много лет наблюдал, как Брок и Синдри шныряли рядом, когда Один приходил ко мне. Может, они что-то знают? Брок и Синдри? Thank you.